Привет, друзья! Сегодня у меня в ремонте BMW Z4. Итак, машина у меня в мастерской. Да, работы с ней будет много. Много повреждений, много будет замена деталей, много надо будет разобрать. С учетом, что это кабриолет, замена крыши и механизма ее будет непростой. Ладно, загоняю машину в гараж и начинаю ремонт. И первым делом пробую открыть правую дверь. Было трудно, но я открыл дверь, разобрал ее. Теперь могу разбирать остальную часть кузова. Итак, машина разобрана и установлена на стапель. Сначала я отремонтирую правую заднюю четверть. Первым делом вытягиваю гнутые места.
Итак, все, что мне надо, я вытянул. Теперь удаляю весь мятый металл. Его я буду менять. Для этого у меня есть донорский кусок. Итак, поврежденный металл удален. Повреждения, которые остались на кузове, отравняю. Правая четверть готова к установке и сварке деталей, которые я возьму с этого донорского куска. Теперь детали для замены у меня есть. Начинаю устанавливать все элементы и приваривать.
Итак, правую сторону я сделал. Теперь я буду колдовать над левой стороной. Левая сторона тоже сделана. Теперь установлю крышку багажника задними фонарями и проверю зазоры. Работа с металлом закончена. Машина уезжает на покраску. Через несколько недель машина вернулась с покрашенной мастерской. Это не значит, что ее долго красили. Просто она ждала своей очереди. Собираю ее.
Ремонт этой машины закончен. На этот ремонт ушло 90 часов. Моя работа. Ну и плюс пару недель покраска. А на сегодня у меня все. С вами был Артур. Подписывайтесь, чтобы видеть новые видео. Пока!